Проведение совместных учений и развитие взаимодействия в военной сфере Беларуси и России обсудили министры обороны двух стран в Москве. Открывая заседание, Сергей Шойгу заявил, что военное сотрудничество между странами активно развивается, и совместная коллегия в этом процессе является важным связующим звеном. Нам необходимо не просто высокий уровень сотрудничества оборонных ведомств, а согласованные позиции по основным проблемам глобальной и региональной безопасности, которые позволят успешно решать вопросы укрепления оборонного потенциала союзного государства. Такой подход актуален именно сейчас, в непростой военно-политической обстановке в мире, когда очаги нестабильности вплотную приблизились к границам наших стран. Министр обороны России напомнил, что в сентябре было проведено совместное оперативное учение Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Щит Союза-2015». В условиях активизации НАТО вблизи российских границ перед союзным государством стояла задача повысить боеготовность и боеспособность органов военного управления войск России и Беларуси к совместным действиям при отражении агрессии. Важнейшими составляющими элементами взаимоотношений Беларуси и России являются развитие двухсторонних отношений в сфере обеспечения военной безопасности союзного государства, создание общего оборонного пространства, поддержание мира и стабильности в восточноевропейском регионе. Приобретенный опыт, добавил министр обороны России, будет учитываться при подготовке совместного стратегического учения «Запад-2017», которое намечено провести через два года на полигонах России и Беларуси.